Здравствуйте, уже мои подписчики нашего канала. С вами Артизрат Этик. Илья, я тут в штаны свои смотрел. Ну, в штаны Майнкрафта. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Бдё-бдё. Да. Майнкрафт. И у нас 9 даймондов, все. У нас 9 даймондов. Даймонды. Да, кстати, вот, и он пришел и дал мне 9 даймондов. Нет, 5. Зырь, я какой богатый, я какой богатый. Я богатый, вообще богатый. Тут такой. Такой. Я тут железо выкидываю. Ты что делал? Ты что, откуда у тебя столько железа? Откуда? Как куча. Прикинь, добывают люди столько железа. Все, сколько ты? 35. Я думал, там много. Сделай нам еще что-нибудь. Ну, давай потом. Вот на груди поделай. Какая-то защита. Ну можно, но мне пока это не надо, у меня пол хп. Ну ладно, все равно у меня на груди. Что я тебе потом сделаю, или сам сделаешь. Ладно, у нас свинья забрела в дом. Свинья? Правда? Ну оставь ее там. Мне хочется... Так, будешь нашим другом. Найдем морковку, будешь нашим другом. Друг или враг такой. Все, я ее, короче, закрыл. Она там возле факела живет, ее надо заборчиком. А ты сегодня пойдешь гулять там. Так. Такой эпичный вопрос. Да, ну кстати, где наш кровати? Меня нету. А, ну вот они. Все, я, короче, вылази, поспим, а то мы уже в какую ночь и тут не спали. Я только залез. Ладно, тогда я сделаю комнатку для спания, я даже там где её сделаю. Ну ладно, я тогда вылази. Вылази. Нет, ну мы поспим сейчас, и я потом сделаю комнату. Я зачем-то скриншот сделал, как я вылазю и ем курочку. На тебе, подавись. Что это такое было? Факел? Зачем? Мне кажется, что тут какой-то... Ты пенисами бросаешься. Вообще. Подожди. Сейчас опять. За всю тварь, которую ты мне причинил, жопа тебе вообще. А ты что делаешь? Не знаю, мне грустно. Давай, что? Сейчас, сейчас, эротика. Эротика. Окей, окей, все, все, окей. Ложись. Окей, эротика. Мне хотелось на эту кроватку. Это моя кроватка. Ну ладно, все, спим. Итак, сколько у нас тут? Абрахам. Я написала Абрахам. Абрахам. Ты что? Я вот так сделаю спальную комнату. Я тебе еще камня принес. Куда? Помнишь, как мы на Хиллэре... Сколько у тебя камня? Скажи мне, сколько у тебя камня? Я не знаю, сколько я стаков добыл. У меня еще 20 угля, и тут еще 20 угля. И вообще там еще железо. Сколько добыл стаков? Я не знаю, сколько я добыл стаков, сколько ты потратил стаков, и я добыл стаков. Да я уже не знаю, на эту комнату я тратил очень много стаков. Ну, смотри, знаешь, что мы сделаем в конце? Давай я тебе на ушко подскажу, давай, давай. Мы в конце взорвем это все, представляешь, да? Да ну. Ну ты мне мир скинешь и взорвем. Ну, конечно, я его сохраню. Помнишь, когда мы с тобой хотели наковальню, пытались, взрывали, короче? Помню, она такая живая. Помнишь, я тебе еще на голову ее скидывала? Помнишь, как я на серваке с наковальней на голове ходил? Тоже прикольно было. Да, ну... Что, мне уже эта шахта надоедает, знаешь? Тут не сиди, мне тоже надоедает строительство одно. У меня еще 100 камешков. Вот так вот можно быть? Да, можно. Ух, я тогда порыл в какие-то дальние земли, не знаю, проход. Зарой ты в дальние земли. Ты и так уже мне тут все разрыл. Ты вообще какашка, я тут один сижу дома. У нас... Ты даже меня не... Короче, не приходит. Я вот, представь, вот. Вот я такой охренел. Я охренел, нет. Я такой... За секунду понял, что с потолка лава капает. Да? Да, и ну, капает, а не льется. О, тут шахта. Че, нашел реально шахта? Ну не шахта, а пещерка. Пещерка. Так.
Я тут лестницу поставил на лаву, такой типа по лаве проходишь, знаешь, прикольно. Ай! Нет! Пан. А у тебя же пол хп было? А кровати-то я сломал. Ты... Блять. А тут бежать-то ты помнишь? Да, я помню. Ну ладно, ну... А там хоть что-то выпало, могло, нет? Могло. А ты знаешь, где да. Это? Да. Ладно, но все равно самое главное, что серия смешная. Да, я сдох. Ром. Бдё-бдё. Ты посмотришь, какое у нас тут спокойное спальня. Бдё-бдё. Мне так нравится прямо. Бдё-бдё. Просто мне грустно. Ну. Ой, я знаю, что сделаю сейчас. Знаю. Знаешь. Ё. О, как прикольно. Ё. Окей. Я просто воздух пью тут. Знаешь. Такой вкусный воздух. Я такой добытчик, а ты домохозяйка, которая дома сидит. Да. О, что я сделал? Ты не узнаешь, что я сделал. Ты не узнаешь, что я сделал. Ты придешь такой и увидишь, как Билла убили. Билла убили? Пойдешь? Убей Билла, Билла убили, да? Ты такой входишь в дом, а тут кровь везде. Заходи туда. Я не знаю, где ты. Я не знаю, где наш дом. Ты не знаешь? Я тебя сейчас спасу, я приду к тебе сейчас иду. Вон он ты, чё ты? Иди назад, назад иди. Иди сюда. Сзади. Иди сюда. Сюда иди назад. Куда идёшь? Алло. Ты вообще где? Да я сзади тебя. А ты где? Сейчас я иду. Стой на месте, короче. Стой просто на месте. Ты земельку ставил? Я иду к тебе. Всё, короче, покажу. Сейчас стой на месте, самое главное. Ага. Ты в джунгли убрёл, что ли? Подожди. Знаешь, что я сделал? Я закопался. Я закопался вообще, ты меня не заметил. Я пробежал. Я пробежал, убегаем такой. Это. Сейчас войдешь в дом. Супер. Нет, это. Subway Surf, я бегу от тебя такой. Тут-ту-ту-ду. Хорошо, а кстати, а где у нас дом? Прохождение карты 25. Испытание 25 уровней. Ну офигенно, она сложная. Ну, вот я думала, у нас сервер был еще дерьмовый тогда, когда мы. А, ну, мы на кнопки не можем нажимать. Ну что, мы вернулись, да? Всё. Смотри, выйдешь убить Билла. Убить Билла, кровь, ну ладно. Еще кровь вообще. Ой, ты там. Шахте моя шахте бил? Ты понял, что это за дерьмо? Я тебя пощекочу. Пёрышки, вот. Нет, у меня перо. Я его на лету схватил, как про. Я 6 перьев. Ты даже не посмотрел, что у нас там. Ты столько куриц убил, ты зачем? Ты убил курятинов. Ты совсем что ли? Да. Я тут бегу без кирки, а он... Я вообще фигню строю. Или я сделал... Это, алмазный блок, поставил его. И, короче, я его хотел сломать, а у меня нету этой кирки. Да я его не сломал, ладно, это хорошо. У меня тоже кирки нету. У тебя вообще рука в бой! Ну все, сломал. А я все еще ломаю. Ты рукой? А ты думаешь, что у меня... Я иду. Нет, не надо, я сам, я свои вещи хочу забрать. Да, я иду же. Я уже иду. Все, короче, стрим сегодня будет, наверное. Почему? Не знаю, я угораю. Просто так, с пустого места. Угу. Мне сейчас долго придется. А ты где? У-тю-тю-тю-тю. Я тебе не скажу. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Это ты в этой лаве сгорел? Нет. Я бы там нашел. Я тут... А, так ты не в пещере. Я просто shift зажал, знаешь, я так умею. Я вообще закопался там от тебя, нажал shift, и ты такой пробегаешь. Ты вообще в джунгли ушел такой? Да. Я сейчас... О, здравствуй, здравствуй, крипер, чё ты? Кстати, знаешь что? А я вижу тебя. Я даймонды нашел. Ну, красава, у меня есть железная кирка. А как ты туда пробрался-то? Я вообще в ту пещеру спустился. Значит, ты... У тебя есть тайный ход? Почему ты мне не сказал? Ну где он? Я уже убежал. Все.
Короче, все, я наверх лезу. Я пока тут поброжу, а потом, потом постараюсь. Тут каньон! Тут дорога в каньон. Офигеть. Ну ладно. И тут тот же самый скелет и та же самая лава, как у нас на том доме. Ну, я вроде ничего сильно не просрал. То есть ты вообще ничего не просрал? Ты что-то как-то... Ну, чуть-чуть, может, просрал чего-то. У меня вроде больше было булыжника. Булыжник. Такая, знаешь, есть нужная вещь. Gold Nugget. Gold Nugget? Ну, Nugget. Nugget. На день. Так, гол, короче, золотая... Хуйня. Кусочек золота, можно так сказать. Так, ну я тут от тебя закопался, теперь сам не знаю, как выйти. А я, короче, делаю, начинаю делать туалет. Это мое самое любимое дело, просто люди, я думаю, ну не вы, вы не знаете, но я зато знаю. Кстати, я хочу какое-то сделать реально, типа какие-то постройки сделать. Постройки. Ну хоть типа новый, то есть не сезон. Сезон, а это будет. Рубрику, рубрику. Рубрику. Да, ну, это как-то. Ну не так все равно, мне кажется. Чтоб было. Не так я сделал все равно. Ну хотя так можно. Все, короче, делаю тут. Алмазный блок, золотой блок. Ку-ку. Йоп. Меня ты ударил, да? Да-да. Ставь, 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 ты убил. Бил. Давай, давай сделаем. У нас, короче, теперь я придумал, у нас будет ачивка. Поставить весь пол, кроме, чтобы они не соединялись. То есть в этом шахматном порядке. Только чтобы они не соединялись. Да, ну это надо кучу надо весь пол вставить редстоуном, это наша ачивка. И почему я умираю? Я сейчас умру, не подходи ко мне, сейчас умру. Ты не умрёшь. А, нет, я же почти рад. Кстати, вон там свинья живет. Эпик. Здорово. Эпик сви. Привет. А заставляет этот блок, она может вылезти. Блин. Я пошел унитаз. Вот. А ты ачивка иди. Да, ну, у меня нет больше редстоуна. Я пошел телевизор делать. Я вообще не знаю, что мне сделать. Бдё-бдё. Все, что я мог сказать на это, твой ответ. Вообще. А чё, давай я тут делать начну, а тут вообще ничего не делать. Я, конечно, уже немножко подустал, наверное. Да я тоже устал снимать эти поганые серии, говно. Ну, не до такой степени устал, знаешь. Да, ты не устал, ты... Тебе психушка. Я уже просто устал. Я даже канализацию слушаю. Заирь, я тут делаю крышу. Бэтмен! Бэтмен. Только меня не бей, меня не бей. Это меня поп, блин. Это Попмен. Попмен. Да мы с тобой тупо убираем. Не, все, я что-то хочу сделать. Я тоже. Ну, желание играть потихоньку. Пойдем взрывать красавицу. Ага. Тайский. Main in China, bitches. А, ну да, они Made in China, да, точно. Ну. Ты что на каменной кладке делал всякие какашки? У тебя то же самое? Это... Посмотри на это. Это... Это некрасиво. Это некрасиво. Это ты дурак. Пойдем спать в спальную комнату, а потом будем искать убить Билла. Искать этот стол? Короче, моя правая забила. Ну давай, тогда сейчас посмотрим, чё. Наше ты дело ты... правое! Это моё. Ты что делаешь? Я что-то не сплю. Как ты? Я где-то уже не сплю. А мне тут... Ты всё это моё говоришь? Ты всё это моё сплю. Ой, боже мой, Захар. Это не я. У тебя голод? Да. Ой, боже. Боже мой, давай. Ты что сделал? Я сейчас ударю. Я сейчас сдохну вообще. Это кровать занята. Давай спи. А, я ударяюсь, и меня поднимает.
Подожди. Сейчас. Оттуда я. Все. Ох ты, какашка, съехалась. У тебя была еда? Свинья. У меня не было еды. Ну, хорошего комната, да? Понял ты, да? Ага, понял, да? Ты что здесь? Заповедник. А у тебя жизни вообще есть? Всё, крыш, блин, что это такое вообще? Там сижу за решетки в темнице сырой. Вскормленный в неволе свин молодой. А, мой грустный. Надзиратель, махая хуем, кровавую пищу блюет под окном. Я, кстати, рассказывала этот стих. Когда-то. Да? Столько лет уже. Не, ну ты молодец вообще. Да я на один пол спрыгнул. Так. Да у меня все равно кровать есть. Да не подбег. Да ты мой опыт отдай. Че левел? Левел. У меня третий левел был. Вот ну теперь ты один. Ай! У меня и так одна жизнь осталась. Ну и вот. Это как. Пойду поджарю лучше. Знаешь, чё? Я вообще... Кстати, мне если вы играли когда... Есть у меня кожа нету. Кстати, если вы играли в Castle Story, можете мне позвонить. Я тоже играю в Castle Story. Можем вместе поиграть в Castle Story. Кто играл в Карес, гоу со мной. Не Карес... звоните мне. Что? Ну, игра такая. Ты побегаешь, всех убиваешь. Ну, и если вы играли в этих крутых мишек, которые любят строить, то звоните. Если вы знаете, что такое Майнкрафт, звоните. Угу, тебя так взяли и 9 миллионов позвонили такие. Здравствуйте. Да, какие 9 миллионов? 9 миллионов лицензионных майнкрафтеров. Ой, ты пиля, ты дурак, не дошел. Тут смотри, какая офигенная. Сейчас я к тебе вернусь, ты сейчас со мной пойдешь. Ты немножко не дошел, там такая офигенная пещера. Да? До нее надо рыть. Да, иди сейчас я это до тебя дойду. Я знаю. Вот. Пойди, иди сюда. Ну, пойдем. Как бы я бы туда не пошел. Через такие джанглы. Ну, смотри, там все. А тебе не кажется, что мы когда-то домой... начинали снимать, и я тебя тут один раз убил? Да. Ну, что-то типа. Да, так вот. Это я еще тогда хэм-кэм третий. Хэм-кэм? Ну, что-то типа. Я не знаю, кто. О, цимотик, а цимотик. Киса, 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 киса. Как там это? Я его убью, на-на-на-на-на-на-на. Кис, 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 кис. Я его деревянный киркот. Такой там, бегаешь за ним. Кис, 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 кис. Нет. Другого нашел? А, подожди, я сейчас по этим джунглям побегаю, а это, и попробую, вдруг тут есть какой-то данж. Вот, смотри, у нас получается 15 алмазов. Ну, у меня 6 алмазов я положил в сундук. А, ну да, 15. Круто. Ну да, кстати, надо может там что-то сделать. Накопим 18 левел кто-нибудь из нас. Нет, я. Потому что я зачарую сразу. Ну, я думаю, уже, наверное, надо заканчивать, потому что мы очень долго 17 минут. Сейчас, домой вернусь, подожди. Ладно, хотя ладно. Ну, да, мы заканчиваем, я тут на дерево забрался. Если вы здесь можете подписаться на канал, да, и поставить конечно. Там лайк за наши серии. Мы очень стараемся, да. Все. Ладно, давайте. Всем пока-пока, ребят. Пока-пока, ребят. Всем пока. Все, я заканчиваю.